Здравствуйте, дорогие друзья! Тепло, весна, и уже раскрываются многие цветущие кустарники. Первый цветущий кустарник в саду белоснежный – это спирея грифшайм. А сегодня я хочу вам показать чудо-чудное – это магнолия. Я смело показываю эту цветущую магнолию, потому что она у меня перезимовала на даче и здесь у нас на территории садового центра и выдержала мороз до минус 40 градусов. Цветы как будто искусственные. Даже не верится, что бывает такая красота и что она у нас зимует. Все самые необычные кустарники цветут все равно недолго. До глубокой осени цветут только однолетние цветы. Часто спрашивают, какие же однолетние цветы можно посадить в тени. Это бегония клубневая. Посмотрите, какие яркие расцветки. Выбор однолетних цветов огромный. Это и петуния, пеларгония, и это и лобелия. Если вы выбираете цветы, возьмите 2-3 расцветки. Допустим, насыщенно розовые, вот петунии, да, и бледно-розовые, и белые. Белый цветок, он всегда переходящий. Не делайте клумбы, когда белые, желтые, оранжевые, красные, все в одной клумбе. Это получится аляписто и не очень красиво. А выбор большой, и ваш сад будет цвести и радовать вас в течение всего сезона.